Всем привет! Сегодня нарисовалась интересная тема для видео. Купил товар на Амазоне, вот мочалки в пакетике для ребенка. Сегодня товар пришел, он мне на ощупь, мочалки на ощупь не понравились, я решил вернуть, купить помягче, эти слишком жесткие, не хочу ребенка такими жесткими мочалками мыть. И решил вернуть, зашел на сайт Амазона, где покупал. Я думаю, вы уже все должны знать, что такое Amazon. Это типа как AliExpress, это, грубо говоря, копия Амазона. Вот AliExpress вы тоже должны знать, что такое. Зашел на сайт, на сайте заполнил анкету, что хочу вернуть товар. Грубо говоря, только два вопроса было на сайте: почему? Достаточно было указать причину, что передумал. То есть там можно указать причину, что поломан товар, или пришло не то, что надо было, или пришло слишком поздно, уже не надо, ну, типа такого. Ну, одна из причин — просто передумал. Ну, вот я выбрал передумал, в комментариях написал, что слишком жесткий, не хочу использовать для ребенка этот товар. Дальше они меня спросили, куда я хочу, чтобы мне вернули деньги, а деньги возвращают абсолютно все. Либо на кредитную карточку, за которую покупал, либо прямо на аккаунт Амазона. Выбрал я на аккаунт Амазона. И следующий вопрос — способ возврата. Как я хочу вернуть? То есть я могу отвезти его на почту, они мне дадут уже распечатать лейбл, прилепить на эту упаковку, завести на почту, все бесплатно, грубо говоря, за их счет возврат идет. И был другой вариант — оставить товар в Amazon Locker. Вот, я пока что никогда не использовал эти Amazon Locker. Это, грубо говоря, как, я не знаю, как у вас там в Украине, в России, приходишь в магазин, и внутрь нельзя со своими вещами идти, можно типа в ящички под ключ вещи положить и пойти там в магазин, ну или любое другое место, где можно оставить свои вещи. Вот, это такая же фигня. Amazon пораставлял в разных локейшенах, в разных местах свои вот эти локеры, и туда можно получить товар, то есть можно заказать на Амазоне товар, но если ты не хочешь, чтобы он тебе домой пришел, или какие-то другие есть причины, может, тебя дома долго не будет, ты не хочешь, чтобы у тебя под дверями лежал товар, можно заказать доставку на локер. И вот была опция сделать возврат через локер. То есть, грубо говоря, мне дали распечатать. Вот, кстати, мы уже подъезжаем. Вот желтые — это эти локеры. Мы подъезжаем вот на заправку. Здесь их локеры. И была возможность, вместо того, чтобы ехать на почту, отправлять товар на почте, можно привезти товар и вот через вот этот локер его отправить. Ну, грубо говоря, оставить вот в одном из этих ящичков. Они мне дали код. Пин-код здесь у меня на этом, на конверте. Вот здесь. Вот. Куда я возвращаю? Вот товар. Этот локер drop-off код. Код, который мне сейчас надо ввести. И вернем товар. Так что вот захотел я снять такое видео, показать. Это что-то новое для меня, потому что я никогда не пользовался. Ну и, наверное, интересно будет для вас. Вот сейчас я буду пробовать. Здесь все на экране должно быть написано. Значит так, scan ticket here. Наверное, вот это надо просканировать. Ага, да, просканировал я вот штрих-код. А, вот все, они мне сами вот открыли. Locker is open on your left. Окей, все, положил товар туда. Закрыл локер. И thank you for using... Все. То есть даже мне даже код не надо было вводить. Сканер просканировал баркод. Офигеть. Я думаю, больше геморроя будет. В общем, вот это и все. Просканировал код, положил товар. И теперь деньги придут мне на аккаунт Амазона. Вот это, в принципе, все, что хотел показать.
как в Америке легко вернуть товар. Я думаю, это уже ни для кого не новость. Уже миллион видео, миллион блогеров сняли, как они возвращали товар и в Walmart, и куда хочешь. Ну, а я решил снять, потому что это для меня был новый опыт. Ну, и может, кто-то не видел. Вот кто-то не знает, насколько в Америке легко вернуть товар практически везде, практически в любой магазин. Очень часто, даже когда заказываешь товар онлайн, а тебе, когда присылают коробку с товаром, часто в эту же коробку уже вкладывают типа shipping label на возврат, который уже оплачен компанией. Ну, он типа не оплачен, почта, через которую этот товар будет возвращаться, она, грубо говоря, снимет деньги, если этот товар будут возвращать. Вот. И все, едем домой обратно. Как видите, купил себе, как он называется, видеорегистратор. Недавно знакомый попал в небольшую аварию. Грубо говоря, под него подставились. Перед ним тормознули, и он не успел сам затормозить. Сзади стукнул, но так как стукнул он сзади, грубо говоря, он виноват. Вот я решил, что мало ли, надо купить. По акции за $40 купил, это китайский Yi видеорегистратор. Ну ладно, видео не о видеорегистраторе. На этом все. Всем пока.